Лицо светит. Всем привет! Сегодня мы где-то под Киевом. Новое огромное сооружение, в котором, в принципе, многие не были. Сусанин уже показывал. Сейчас мы вместе с ним. Еще много народу. Прогуляемся, посмотрим. Не знаю, насколько хорошее будет качество, но все-таки покажем вам это место. Так что смотрите. Как ты обналил бахилу? Уже в гавани. Да. Ты подлиннее, тебе надо было помочь, чтобы на малолетку руку. Их мамы ругать не будут? Сов, если на видос попаду. Все, вашу мать, вы чего, блядь? Подурилы, че шо, кавесы, блядь? Кавесы, вы шо, сдурилы? Вставай там шина где-то под водой. О. Все, вставай на шину, только сильно не развагайся на нее. Ну так тогда прыгать вот в воду дайзовать, мать ее, ребята, блядь. Включайте голову, соображайте как вам. О, молодец. Есть, все. Мама ругать не будет за видео? Не будет. Точно? Ну, конечно. Мне-то уже будет все равно. А вот... Да, нога уже промокла. Ну, все хорошо. Ну, как же ты хотел? Ну, тут воды мало. Это нет. Это медь, медюха! Медюха! Золото! Золото парк! Класс! Ха-ха-ха! Все. Я стану из лика святых! Ха-ха-ха! О, сволочь! Святой медянтий! Ха-ха-ха! Надо полкило меди, Вова? Аккуратненько. Да там уже дальше. Не очень они. Они уже полностью монет, понимаешь? А, они уже пиздец. Да. Да что ты палец? Что ты палец? Да не надо их снимать. Давай. А вас можно на видео снимать, девушка? Ян, вас можно снимать? Вас можно снимать? О, так, сейчас мы тут пройдем. Никуда. Не болтыхнуться. Ступай нижче на один рівень. Тримайся руками за болти. Да. І спускайся нижче на один рівень. Ось сюди, так. І по цій штуці ти повідви. Ні-ні-ні, на бревно не вставай. Ось так от іди. Не знаю, що робити. Тепер, коротше, там не шина повинна бути. Тільки сильно на неї не розполагай. Крішки, ти не можеш поставити ось сюди. От рукою взяти знизу, може вийти. Увидел воду, говорит, блядь, я как бахилы не одел. И пошел назад. Да ладно. Давай еще раз, еще раз. Я не умею. На костры. Дальше пошел. О! 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 Глухой! Ого. Где-то там. Ты все... А, еще Тимур Кизяков где-то. Что? Тимур. А, то есть они сейчас, блин, будут там питаться. Ну, Рэму это вообще. Это произошло все мои ожидания. Где он вообще попал? А где банки все? У тебя, Вовка? Какие банки? Не твои. Я его не попал. А где банки все? Какая еда?
банки седины. У него. Давай сюда. Не давай ему ничего. Он сейчас это самое. Что, я уже намочил? Ну все уже, мы уже слышим. Да, все. Лобка, меня сними. Ты что, я заходил на меня? Это миграция цивилизации. Сырые народы идут в поисках интернета. Ну ты как хотел. Ну так прижимает классно. А они у него что набрал он. Подтягивай время времени, потому сейчас закончится тем, да? Что наберешь. Вот, все, уже без самой. Они спитают. Подтягивай. О, аккумулятор плавает. Нормально. Это практика в 2000-х годах, когда вы встретите на улице, ровно 3 минуты продолжается, чтобы я обратно уроки нормально. Проход, в принципе, однообразный. Интересно, потому что здесь мы раньше не были. Я вам впервые. Тебя не нужно... Можешь на украинцев? Еще раз. Я говорю, можешь на украинцев? Для каких вылазок потребно подготавливаться заранее и продумывать шлях наперед? Тому що це може закінчитися тим, що ми зараз стоїмо посередині колектора та думаємо, що робити. Іти далі чи... Можеш вернутися, мовка, з ним до школи. Іти назад. Ну, щас, ти там... Поэт. У нас аварія. Два этажа его вниз, а где твой телефон? Дай ему свой телефон, пусть поднимется со светом, потом заберешь. Короче... Возле машины жди. Помнишь, где машина? Я не помню, куда. Вы бы я дальше вообще жди. Помоги! Помочь? Да! Возьми его на ручки. Иди сюда. У нас тут маленький Ахтунг. Ахтунг. Главное дождевик. Добрый вечер, телевидение. Добрый вечер. Всем привет. Мы здесь тоже. А вы? Мы сейчас находимся в подземной коммуникации, в общем-то. Не палик, Антон. Мы не палик. Нас смотрят. Все такие интересные вещи. Ну, у меня баба, короче, мы зашли ко мне домой. Тут, короче, бабушка ушла за продуктами. Мы, короче, пока туда. Это на что? Мы дома. Это все снято в павильоне. Это декорация. Это все декорация. А вы актер? Это же все постановка, самая настоящая. Это же невозможно создать тут. Это все снято, да, в павильоне. Зеленый экран. У меня дома немного не было. Да мне не хватает высоты, ты гонишь? А, вот. А не, мне кажется, там дальше помельче. Или поглубже. Так, я фотки потом выкладываю. Никто не гонит, что фотки. А сказали уже все свое согласие. Я не слышу. Я всех переспрашиваю. Кто фоткает? Ну, тут вообще все. Типа, чтобы я не мешать это самому. Да нет, ты не мешаешь.
Я вас не фоткаю, я просто снимаю. Видос. Не переживайте. Здесь тоже уже. О, какой пузырик. Вы когда-то так же начинали, да? Просто неподготовленные. Помнишь, Антох, пакеты да. На ноги? Ну мы черные пакеты большие брали, 200-литровые. Да, 200-литровые. Тейпом их обматывали и шли. Сербия к нам идет. Хорватия. Сербия, Хорватия, Югославия. Грузия потом. Грузия. Сначала идут тюбинги, за тюбинги идет обделка, а потом, короче, в тюбинге затягиваются вот эти вот кольца с пластиком. То есть за тюбинги не наделали обделки бетонные в нормальном состоянии. И оно выдало, плывун вышел, и там вода внутри. И оно разрывает, лопается, и потом сверху все это проседает земля, и оно на приличной глубине. Выглушает их. Отвертки нету сейчас, можно... Ну, она твердая, она пока упасть, можно насочиться так струительной воды. Да, представь, сколько там может сочиться. А? Может все это затопить. Да. И ты ткнешь, вообще разорвет ее, и нас тут унесет волна. Легко. Ласим, ласим. Павильон. Хороший павильон, на самом деле. Какой павильон? Доброго вечора, ми з України. Ми зараз знаходимося у павільйоні. Це дуже цікаво. Зараз... Головне, ви знаєте, де ви знаходите. Зараз я вам покажу Хорватію. Там знаходиться Хорватія. А ми зараз знаходимося в Україні. Видите, Хорватія к нам біжить. А Хорватія – це, вроді би, Європа. Значить, Європа біжить к нам, в Україні. Получается, Европа бежит в Украине. Значит, она стремится к ней. Понимаете? Да. Это настоящий гигант. Девушка, лучшая косметика это метрошная мазута. Ну, сними кадр очень красивый с собой. Как идет Хорватия. Мы однажды мы встретили по земле, не на мою хуйню. Она шла без бахил, хотела нас съесть. Не, в любом случае, если мы пойдем не в ту сторону, то мы выйдем в соседнюю сторону. Хороший павильон. Как это значит?
йова! У нас тиждень моду. Моде, блин. Ты что, весь мокрый или что? Ты опять за вами бежал, курва. Слышишь, Сев? Уже... С тобой гнались? Сев, а что там случилось вообще? Что вы там так долго? Беспределы и, блядь, безобразие случилось-то. Что? Так и живем, понимаете? Зиманчик, я на политех провел. Почала дивитися Суперсуса. Потім в нашому городі був закинутий бункер. Ми туди полізли, і мені це почало якось подобатись. Потім я полізла в дренажку, там попила перший раз воду. Ну, взагалі там вода була із підземних річок. Вони доволі корисні, тому що там мінерали всякі. Поживні корисні речовини. Але деякі це не розуміють, то, що ця вода знаходиться в них у криницях. І почала лазити. Потім переїхала жити в Київ. Якимось чудом я зустріла Суса. І до цих пір усе з ним лажу. Я дуже ціню ці моменти, тому що це для мене щось новеньке. І є з ким полазити. Я взагалі ці роки, дні була одна і одна лазила, а з друзями, з такими людьми, як з тіграми, це дуже чудово та яскраві моменти завжди. Є підтримка, наприклад, ну, що станеться, от фонарь в мене сів, мені Сус дав фонарь. Стой, Володь, остановись, дай я проскажу тебе. Медленно будет. Там, походу, молодежь за комендантский час переживает. Не знаю, метров 500 километров. Давай я на сколько метров. А ну, сколько раз. Вот здесь что? А? А
Они перед... за комендантский час переживают. Какой ужин? Какие 10 часов? А какой комендантский час? Под землей его нет. Время, да, 10 часов уже. Да? Боже, завершить Боже, в это не голоса. Пролететь, пролететь-ка, а ты выпустит отсюда. Да, коллектор, да, коллектор. Ночью пьем, завтра наем. Это сооружение, где мы сейчас находимся, это коллектор 50-х годов, который так и не был застроен. То есть вот эта часть строилась в 50-е. И дальше вы на видео увидите синюю или зеленую часть, это уже в 2000-х делалось из пластика. То есть его периодически пытались достроить, но, к сожалению, так это и осталось недостроенным объектом. Сейчас уже будем двигать к выходу. Немножко устал, но, как всегда, доволен поездкой. И нам вон туда. И у меня даже... Я пройду, окей? Так подожди, давай подожду. Жду просто, все. Он не лезет. Ждем. Лежит, давай не лежит. Все будет лежать. Друзья, мы обломались с выбросом, и нам нужно идти обратно быстро, чтобы успеть до комендантского часа. Все. Время на часах 22:47. Через час и 13 минут начнется комендантский час. А нам еще сами видели, как, на какую высоту выбираться наверх. Все, ладно, я посветлял быстрее. Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція – Оболонь. Станція – Оболонь. Обережно, двері зачиняються. Шановні пасажири, будьте взаємно ввічливими. Поступайте з місцем у вагонах поїздів інвалідам, людям літнього віку та пасажирам з дітьми. Станція – Лісове, кінцеве. Поїзд далі не їде. Звільніть, будь ласка, вагони. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не залишайте свої речі.